19 апреля под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева состоялось расширенное заседание правительства Московской области. В мероприятии приняли участие руководители областных министерств и ведомств, а также главы муниципальных образований, связь с которыми поддерживалась в режиме видеоконференции. Основными вопросами повестки стали рейтинги муниципальных образований, подготовка к проведению весенних полевых работ и областной субботник. 18 апреля глава Ленинского муниципального района Олег Хромов провел очередной выездной прием граждан по личным вопросам в сельском поселении совхоз имени Ленина. Граждане обращались за содействием в решении жилищно-коммунальных проблем, земельных вопросов, выдачи разрешений на строительство, оформление вида на жительство. Также был поднят вопрос развития инфраструктуры одного из военных городков, находящегося на территории муниципалитета. Следующий выездной прием граждан пройдет 25 апреля в сельском поселении Володарское. С 24 апреля начинает работать маршрут автобуса, осуществляющий бесплатную перевозку жителей по православным праздникам от поселка Развилка до Мамоновского кладбища. Православные праздники 24 апреля, 1, 8, 9, 10 мая, 19 июня перевозка пассажиров будет осуществляться с 8 до 15 часов. С 24 апреля в районном историко-культурном центре города Видное при поддержке Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» состоится творческий вечер дуэта баянистов Кирилла Русинова и Дениса Коптелова. Начало мероприятия в 14 часов. Вход свободный.